Всем привет! Меня зовут Наталья, и я рада вас приветствовать на своем канале «Вкусно, просто, быстро». Сегодня я хочу предложить вам приготовить сливочное мороженое пломбир. Мороженое готовится быстро, и вкус у него просто потрясающий. Пошаговый видеорецепт можно посмотреть в моем видео ниже. Давайте приготовим. В чашу, в которой будем замораживать мороженое, одним слоем выкладываем песочное шоколадное печенье. Можно брать любое печенье, которое вы любите. Приготовим мороженое. В чистой, сухой, холодной чаше взобьем 400 граммов охлажденных сливок жирностью 30-35%. Начинаем взбивать на минимальных оборотах миксера. Когда сливки начинают пениться, постепенно увеличиваем обороты миксера до максимальных. И на максимальных оборотах миксера взбиваем сливки до воздушного состояния, до мягких пиков. Во взбитые сливки добавляем 200 граммов сгущенного молока и 10 граммов или ванильного сахара. Перемешиваем на средних оборотах миксера до однородного состояния. Перекладываем мороженое в форму и равномерно разравниваем. Сверху выкладываем в одном ряд печенье. Убираем мороженое в морозильную камеру до полного застывания, примерно на 3-4 часа. Время замораживания зависит от объема посуды и мощности морозильной камеры. Готовое мороженое освобождаем от формы и нарезаем на порционные кусочки. Если вы любите шоколадное мороженое, то заменив ванильный сахар на какао, у вас получится вкуснейшее шоколадное мороженое. Если хотите мороженое крем-брюле, то сгущенное молоко замените на вареное сгущенное молоко. Готовьте с удовольствием, приготовив это мороженое, вы больше не захотите покупать мороженое в магазине. Ингредиенты. Рассчитаны на 9 мороженых размером 6×6 см, высотой 4 см, весом 90 граммов каждая. Мороженое пломбир. 400 грамм сливок жирностью 30-35%. 200 грамм сгущенного молока. 10 грамм 2 часа ложки ванильного сахара. 18 штук 200 грамм песочного шоколадного печенья. Шоколадное мороженое. 400 грамм сливок жирностью 30-35%. 200 грамм сгущенного молока. 30 грамм 3 ст ложки без верха какао. 18 штук 200 грамм песочного шоколадного печенья. Мороженое крем-брюле. 400 грамм сливок жирностью 30-35%. 200 грамм вареного сгущенного молока. 18 штук 200 грамм песочного шоколадного печенья. Рекомендую также заглянуть на страничку с этими рецептами. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения. Пишите комментарии, делитесь с друзьями и не забывайте ставить лайки. Это вдохновляет. Ставим лайк и подписываемся.